Проект политической партии «Единая Россия. Качество жизни и здоровья» продолжает свою работу по плану. Сегодня кардиодесант расположился в деревне Аполия Кингисеппского района, где местные жители смогли пройти медицинский осмотр, в который входили кардиограмма сердца, измерение артериального давления, консультация врача-кардиолога. Работа кардиодесанта в Ленинградской области будет продолжена. Я считаю, что нормальная работа как бы обследовательная.